В общем, к турниру и организаторы, и участники подошли серьезно. Мы поступим так же. И, как принято в спортивной аналитике, изучим статистику и послужные списки игроков. Наши эксперты составили символическую пятерку турнира. Это не рейтинг в прямом смысле, а скорее наиболее заметные фигуры. В наш топ попали и суперзвезды, и любители, которые по-настоящему преданы хоккею и получают удовольствие от игры. Итак, Дайнюс Зубрус провел более 1000 матчей в НХЛ. За океаном его называли по отчеству. Играл за Россию в суперматчах, а завершив карьеру, успел сыграть за родную Литву и выиграть. Словак Йозеф Штумпил успел поиграть в 8 странах, забросил 196 шайб в национальной хоккейной лиге и за карьеру почти 400. И вернулся в Минск, ведь в нашем «Динамо» ему тоже было душевно. А в нашей пятерке и сами Хелениус. 155 матчей в НХЛ. Защитник играл не очень результативно, но своим внешним видом и кулаками наводил страх на соперников, да и партнеры по команде его побаивались. Но только не Сюзанна Кольбенхайер, первая и пока единственная женщина на рождественском турнире. В стартовом матче забросила 3 шайбы, что удается далеко не многим. Воспитывает 3 детей. Что касается карьеры, Сюзанна – главная в мировом женском хоккее. Заслуженно среди лучших оказался и Александр Лукашенко, президент Беларуси, идейный вдохновитель турнира. За 15 лет участвовал в каждом. При этом стабильно показывает яркую игру и результативность, что подтверждает игровая статистика.